Размер. Размер. 800, да. Высокий. Вот вообще, ну... С колоннами или без колонн? Наверное, с колоннами. Теперь мне надо перемерить вот это расстояние, добавить, потому что чтобы смещенным было, чтобы с той стороны не промахнуть. Вот это, видите, железная крышечка вот эта. Это был клирос, и мы же новый клирос, я вам сейчас покажу. Это вот была церковная лавка. Вот этот ящичок. Вот этот ящичок. И вот этот ящичок. Вот. Вот у нас церковная лавка была. Мы же, слава тебе, Господи, заменили с Божьей помощью. И хочу, дорогие братья и сестры, купить на храм столики. Это все выбросили, потому что храм у нас красивый, роспись. Вот это хочу повыбрасывать и купить 4 табуреточки, поехать в Углич для людей купить 4 табуреточки. По благословению нашего правящего архиерея, епископа Феоктиста Переславско-Угличского, сегодня он благословил нас для того, чтобы мы этот иконостас заменили. Дорогие братья и сестры, мы находимся в храме Вознесения Господня, село Охотино. Мы, стою в пределе пророка Божьего Ильи. Вот, по милости Божией, мы на семье сейчас заключили мы договор с Сафоном Александром Александровичем, он находится в городе Рязань, там, где он согласился нам делать иконостас. Нужно поменять внутри, вы сами видите, вот в каком он состоянии, в тяжелейшем состоянии этот иконостас. Видите, он сделан из старых досок, вот, а снаружи просто поклеены. Вот этот царские врата, видите, какие они, вот. Ну, конечно, это все нужно менять. Вот. Вот такой внутри иконостас. Вот этот старый, который мы будем менять на новый. И также вот это престол. Вот, а на него будут еще одежды. И новый будет жертвенник. Ой, дорогие братья, вот мы приготавливаем место для нового иконостаса. Старый иконостас. Он не старый, а самодельный, который сделался из отточных материалов. Вот, мы сейчас его разбираем. Вот. И будем его сжигать. Конечно, проблем очень много, пол неровный, здесь придется все разбивать, потому что здесь очень большой гор и много работы. Сейчас мы привели вот смеси, вот вчера поехал я в Углич, вчера их привезли, и поднимать он поднимется на такой вот уровень, очень много придется заливать, придется это все сталкивать, потому что здесь вот так вот. Вот такой вот большой, что приводит. Вот. Вот сегодня делаю уровень, надо что завтра залить. Очень благодарен вам за помощь, и с вашей помощью этого бы всего не было. Только благодаря вам, что вы переслали деньги, что мы могли купить материалы и все для того, чтобы сделать ровный пол. Вы сами видите, что здесь все неровные. Радость большая. Сегодня начали уже застилать линолеум в предел. Вот первый лист уже вырезали. Вот вчера мы погрунтовали все, покрасили. Сейчас вот это все застелим. Потом уже остальное, уже покраски там. Такое уже будет в конце. Будем убирать вот этот вот линолеум, который здесь и здесь. И вот мы застелили в алтаре линолеум и на храме, да, в зимнем храме. Также поштукатурили все. Вот. Потом туда купить железные уголки. Тоже они как пороги называются, но углом. Вот, чтобы сюда вот тоже линолеум постелить, вот с этим уголком прикрепить. Линолеум и уголком, чтобы ровно было вот такая
видите, сразу же совсем другой будет вид. Ну, нужно все сделать для того, чтобы после нас никто не переделал. А это делаем мы для храма, и нужно сделать так, чтобы все было красиво, эстетично. Вот. Дорогие братья и сестры, привезли нам иконостас. Это иконостас. Дорогие братья и сестры, нельзя выразить словами, нельзя выразить благодарность Господу нашему Иисусу Христу и Матери Божьей, нашей заступнице, ходатайнице пред престолом Божьим. И только с Божьей помощью и по молитвам Царицы Небесной, и также по молитвам святого пророка Божия Ильи, сегодня вы видите вот это такой прекрасный иконостас. Это украшение этого храма, он сделан из дерева, из дуба, вырезаны колонны, вырезаны царские врата, сразу же все поменялось. Я выношу свою благодарность Юрию Гонтулину, его подписчикам, слушателям. Выношу свою благодарность матушке Валентине, ее подписчикам, слушателям, и выношу благодарность всем, кто принимал в этом святом деле участие. Это облачение на престол. Какое красивое облачение. И также жертвенник. Вот смотрите, как внутри все сделано. Сразу же все поменялось. Вот смотрите, как красиво. Просто честно. Просто слезы радости. Слезы радости, что... Сестры, Христос воскресе! Вот, хочу дополнить отца Александра, батюшки, слова. Хочу вам низко всем поклониться, дорогие братья и сестры, до земли. Спаси Господи вас, миленькие родненькие, благодарю вас. Пресвятую Богородицу Казанскую, которая смотрит на нас такими своими красивыми, голубыми, глубокими глазами. Хочу ей воздать благодарность. Спасибо тебе, Матерь Божья, что ты призвала народ в этот храм. Благодаря тебе мы поставили этот иконостас в предел. Когда вот это все начиналось, казалось, что это было все нереально, это было все невозможно. Сколько было искушений, сколько было препятствий для этого всего. И это Господь, дивные дела твои, Господи. Смотрите, какой красивый царский врата, какие резаные цветы, листки, лепестки, какой крест. Какие красивущие колонны, вот это все. Ну, на солью нельзя женщины выходить, но пока здесь не освещено, я пока могу. Смотрите, какие красивущие резные цветы, какие, как все. На два яруса, и еще будет вверху третий ярус, это также икона. Как все красиво, благолепно, какой благородный цвет. Какой, я очень сильно переживала с батюшкой, какая благородная, благолепие, благодать. Когда мы только зашли сейчас в храм, и зашел мужчина, рабо Божий Александр, и он говорит, вот так сделал. Ох, скажи, вот это да, вот я так хочу сказать, и вот это да. Слава тебе, Господи, слава тебе, Господи, слава тебе, Господи.